с вами на связи мама Кокер в Тотто и Кокер Пати. Тоша, у нас пока отдыхает в переноске, а с Пати мы сейчас будем заниматься, будем готовиться к выставке, потому что это маленький щеночек, вчера исполнил 6 месяцев, она толком еще ничего не знает, мы еще нигде не выставлялись. Первое, наверное, чему будем учиться, это учиться ходить рядом. Пати, для этого нам понадобится тренировка. Пати, сидеть. Все, конечно, должно быть такой игровой форме, чтобы щенячку было весело. Я постараюсь, как могу, у меня небольшой опыт, но надеюсь, у нас будет первый результат. Пати, вперед! Проблема щенка в том, что он прыгает. Нам нужно избавиться от прыжков, научиться бегать с рысью. Хорошо. Отлично, хорошо получается уже. Можно попробовать на лакомствах пробежаться по кругу. Потяг, рысь. Волнуется, сидит. Ну, думаю, для щенка, для первого раза, для занятия. Никак не добьемся ее. Стоять. Ну, сейчас ее зафиксируйте. Главное, чтобы Тоша нас не забывала, не лаяла. Вот молодец. Хорошо, стой. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Уже почти свободная стойка. Отлично, хорошо, умница. На ринг, и эксперт говорит нам, пробегитесь по кругу. Хорошо? Здесь. Тебе скользко тут бегать, да? Ну-ка, давай. Давай. Такая слабая рысь. Не совсем уже. Стоять. Молодец, хорошо, стоять, замри, молодец. Стой, на меня смотри, внимание. Так вот, Таша у нас умеет стоять в свободной стойке. Какой ты красивый. Молодец, хорошо. Спасибо.
поворот. Тише, тише, тише. Все стоячка. Стоять. Стоять. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Стоять. Молодец. 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 Будущий чемпион.